Я рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Оля. И сегодня я готовлю летний супчик зимой. Ну, как зимой. У нас сейчас март, но для Северного Урала еще продолжается зима, и вовсю идет снег. Но у меня есть замороженный щавель, который я морожу. И летом... Ой, морожу его летом, да, а зимой можно из него что-то приготовить. Итак, для супчика мне понадобится картофель, лук, морковка. Варить я его буду на тушенке. Да, он такой очень-очень быстрый. Причем зажарочку я буду делать вот на вот этом вот жирке. Сейчас покажу, какая у меня тушенка. Вот такая вот. Йошкар-Олинский, смоленская. Посмотрим, кстати. Так, свиная. Угу. Так, также мне еще нужны будут яйца. Также, так как я стройнею, я буду считать калорийность этого супчика. Ну что, приступаем? Готовится он очень быстро. Сначала я делаю зажарку из лука и моркови. На жире из тушенки я обжариваю лук. Тушенка, кстати, так себе, могла бы быть и получше. Вот такие приправы я буду использовать. Смесь перцев, паприку, хмели, сунели. Приправы можно использовать любые по вашему вкусу. Через пару минут добавляю морковку и сюда же добавляю специи. И продолжаю немножко пассеровать. Еще минут 5-7. Чтобы овощи не подгорали, все-таки там немножко жирка совсем. Добавила немного воды. Да, и ставлю в кастрюлю с кипяточком. Картошечку я уже порезала. Так как тушенка не очень, а мне хочется, чтобы в супе было побольше белка, я взяла не 2 яйца, а 3. Сейчас я их просто взобью вилочкой. Опускаю картофель в закипевшую воду. После того, как картошка в кастрюльке закипит, варю 5-7 минут. Картошка варилась у меня 7 минут. Добавляю сюда тушенку. Кстати, такой супчик можно варить на любом бульоне, на мясном. На курице, можно с фрикадельками, можно даже с сосисками, особенно когда летом. Я тоже могу его и с колбаской сварить. Ну, вот это как тоже, как варианты. Вот здесь у меня замороженный укропчик. Сейчас его тоже добавлю с морозилочки и добавлю щавель. Да, забыла сказать, прежде чем ложить картошечку, у меня водичка уже была немного посоленая. Сейчас же я добавлю и зажарку, и тоненькой струйкой. Не смогу снимать, потому что руки заняты. Постоянно помешивая, буду вливать яйца. Да, и еще, что хотела сказать, яйца еще не добавляла. Чтобы немножечко унять щавелевую кислоту, добавляю капельку сахара. Это, знаете, это как с томатами. Блюдо, где есть томатная паста, тоже всегда добавляю немножко сахара. И вот здесь также, ну, буквально пол чайной ложечки, чуть-чуть, немножечко. После того, как водичка опять закипит, бульончик, варить нужно, ну, минутки 3. Щавель и так очень нежный, варится быстро, тем более он из заморозки. Но и не доварить его нельзя, иначе супчик может закиснуть. Ой, получается такая вкуснотень. Вот сейчас немножечко покипит и можно отставлять. И вот такой замечательный, наваристый, ароматный, густой супчик получается. Ну что ж, давайте посмотрим на калорийность. 55 килокалорий на 100 грамм, 1,2 белки, 3,9 жиры, 2,9 углеводы. И вот у меня в тарелочке 400 грамм супчика, всего лишь на 220 килокалорий. Ну, чем не замечательный низкокалорийный обед? И можно и с кусочком хлеба обязательно, потому что 220 на обед – это очень мало. Так что, всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем крепкого здоровья. Пока-пока. Ваша Оля.